На Украине разгорается скандал вокруг телеканала 112. В редакции прошли обыски. По решению суда изымаются все компьютеры и цифровые носители. Официальная мотивировка – заведенное уголовное дело. Но журналисты полагают, что истинная причина неприятностей – репортаж о встрече нормандской четверки, которая состоялась в начале октября в Париже. Как заявил бывший продюсер электронного СМИ Виктор Зубицкий, канал 112 – единственный, кто показал на Украине рукопожатие Владимира Путина и Петра Порошенко. Появление в эфире этих кадров вызвало гнев в администрации украинского президента. После серии звонков с угрозами чиновники перешли к давлению через правоохранительные органы.